А более 200 жителей труднодоступных населенных пунктов Тобольского района проголосовали досрочно. Всего, по словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, в досрочном голосовании приняли участие более 2000 жителей региона. На сегодня 2346 наших земляков уже отдали свои голоса за кандидатов и политические партии. Это жители тех 7 районов, которые голосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях. Тюменская область голосует. Присоединяйтесь и вы. Всего сегодня в Тюменской области начали работать 1070 избирательных участков. Напомню, проголосовать можно 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 часов вечера.